Очі, Рамін Туфлебеде Штаймен, Амінь Юфатер Гісен. Романа Штаймен говорит ныне Дух Святой, к Романа Штаймен, аминь. Станьте во всем верно предо мной, говорит Господь вам, аминь. Не беспечествуйте, Ава Отче, прилагайте еще более усилий к Романа Штаймен, аминь, дабы простираться вам вперед. Романа Штаймен, Ава Отче, следите за собой, наблюдайте за своими путями, говорит вам Альфа Ременегеус Господь, дабы Альфа Ремена Штаймен не было падений у вас на пути, к Ремена Штаймен и Гуд. Как я хочу, народ мой, чтобы ты во всем покорился только мне. Ничего не бойтесь, не имейте страхов человеческих в себе. Ава Отче, ибо дьявол будет не раз вас еще запугивать. Ава Отче, не смотрите по сторонам, наблюдайте только за собой, говорит вам Дух Святой. Я есть лечащий Альфа Раминофатр, врач ваш, аминь. Я есть лекарь, Крамин Туфламен, ваших сердец. Я буду перевязывать, Крамин Штамен, раны старые и гнойные, Ава Отче, я буду исцелять и освобождать каждую душу из вас, говорит вам Дух Святой, Ава Отче, я строю здесь все новое, Ава Отче, я хочу построить Крамина Штамен, строение очень сильное, Рамина Фатер Гейсен, аминь, Ава Отче. Эрбида ламана лайсен, станьте во всем верно предо мной, не мешайте ни в чем Духу Святому, Ава Отче. Эрмины Геосаминь, Ава Отче, о, как во многих сердцах есть сегодня тревоги, Крамана Штамен, есть страх великий во многих душах, дети мои, ничего не бойтесь, говорит Господь. Романа Фатер, ибо смертность будет еще великая впереди, говорит вам Дух Святой. Будет отравленный воздух, Ава Отче, отравление воды великое, Ава Отче, болезни, сильные инфекции, Крамина Штамен, человек будет бессилен, Крамин Туфламен что-либо сделать, никто не сможет исцелить, только я есть исцелитель ваш, аминь, Ава Отче. Эрмины Геосаминь, Ава Отче, как хочет враг сегодня закрывать свободу мою по многим местам, как сегодня сатана стоит везде на дорогах, Ремен Лаудус, и он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Дети мои, покоритесь только мне, Духу Святому, аминь, истинно так. Пойте мне хвалу, славьте меня, ничего не бойтесь, станьте в проломе за правителей века сего, Ава Отче, Ремен Фатер, за начальство. Ава Отче, дабы я давал им мудрость во всем, дабы я оградил их Духом Святым от всяких козней дьявольских, козней сатаны, аминь. Ремена Штамен, как хочу уже все в этой стране привести в порядок, как хочу успокоить многих, Крамана Лаудес, как хочу принести затишье по всей Крамана Фатер, Ава Отче, земле, аминь. По всей этой стране будут еще великие перемены мои, говорит вам Дух Святой. Святой, скоро все успокоится, говорит Господь, все станет на свои места, говорит вам Дух Святой, Ава Отче. Но еще нечто произойдет на этой земле, Ава Отче, ибо сатана готовит очень сильное оружие, Ава Отче. Ирмана Фатер Гейзен, как он хочет, Рабида Фатер, аминь, Ава Отче. О, Рамина Фатер Гейзен, аминь, губить, Крамана Лаудес, он хочет многих погубить, говорит вам Дух Святой. Ирмана Фатер Гейзен, а я хочу защитить тебя, мой народ избранный, Ава Отче. Ирмана Штамен, Штаймена Гуд, дабы ты приносил пользу Господу своему, аминь. Ремена Штаймен, не бойтесь страхов людских, Кремена Штаймен, не пользуйтесь ложными слухами, говорит вам Господь, ибо сегодня сатана насеял много ложных слухов, говорит вам Дух Святой, ибо часто есть ложный источник, Ава Отче, аминь, истинно так, и он хочет заводить в заблуждение очень многие души, доверяйте мне, говорит Господь, доверьтесь во всем Духу моему, говорит Дух Святой. Слушайте голос мой, я во всем вас наставлю. Ремена Фатер, на всякую истину, и проведу вас Духом Святым. И успокоятся скоро ваши души, ибо все будет поставлено Господом на свои места, аминь, Ава Отче. Роман Туфламен, сатана принес разруху по многим местам, говорит Дух Святой. Ибо Альфа Ремена Фатер Гейзен, смерть
Нескромана Фатергейзенова очи. Она была повышена по многим местам, говорит Дух Святой. Аминь. Но есть определение от Господа для каждого человека, для каждой души. Это так определил Господь, дабы навести много страхов Алфа на землю. Ава Отче, дабы многие вознуждались во мне, Ава Отче, дабы Алфа и Ромены Гелосами искали Господа, взыскали лица Его. Аминь, Ава Отче. Многие мне еще поклонятся. Многие Алфа Ромены Штаймену молятся предо мной. Ромены Гелосы будут поднимать руки к небесам и будут вопить жаждущие, Ава Отче, и будут призывать имя Господне. Ременту Фламены, они будут свободны, Ава Отче, все призывающие имя Господне будут спасены в Духе Святом. Те, которые Алфа Ромена Штаймен отдадут мне свои сердца, к Ромена Лайту Фрамен, я их помилую и спасу, ибо много есть к Ромена Штаймен на земле уже ложного, много смятений и много есть смуты к Ромена Фатер. Идет дьявольская атака против многих и моего народа, а я хочу, чтобы мой народ доверялся мне, Ава Отче, чтобы доверился во всем духу моему только, Ава Отче, ибо только я есть истина, только я силен открывать правду тебе, народ мой, аминь. Как я хочу, чтобы сегодня в это время трудное народ мой стал сплоченным, кромен и гелос аминь, в единстве духа моего, Ава Отче, ибо многие Алфа-церкви распались, они распадаются, кромен и гелос, и есть уже трещины, Алфа во многих строениях моих, Ава Отче, и я хочу, кромен и фатр, своей рукой созидать народ свой, кромен и гелос, Ава Отче, созидать церковь сильную свою на этой земле, дабы она могла противостать всем козням дьявола, Ава Отче, я призываю тебя, народ, к послушанию, говорит Дух Святой, Ремена Гео, взывайте, просите милости моей, Ава Отче, ибо падение к Ромена Штамен, разрушение, Ава Отче, есть многих душ, к Раминту Флемен, я Алфа Ремена Штамен, аминь. О, Ремена Гео, хочу сохранить к Ромена Штаймен многие души от разрушения, Ава Отче. О, что замыслил сатана, что он Алфа Ромена Фатер посеял в многих душах, говорит Господь. Какое есть заблуждение во многих сердцах, и как они сегодня боятся и забыли про Бога своего, что я есть великий всемогущий Господь, Ава Отче. Ромена Ламана Ламана Гейсен. И есть слава Алфа Вечного Господа. И все, что будет еще происходить, проконтролируется мной, говорит вам Дух Святой. Эрман Туфлаймен и Гуд, аминь, истина так. О, Ребиде Гейсен, аминь. О, Ромена Фатер, я хочу, чтобы мой народ сегодня, Эрман Туребиде Гейсен, аминь, не ослабел, говорит Господь, дабы мой народ стоял к Ребиде Штамен силе моей. Ромена Ламана Гелос, ибо это есть начало, к Рабиде Гелос есть подготовка моя для тебя, народ мой. О, какие грядут еще великие бедствия, какое будет бедствие еще на этой земле, Ава Отче. Ромена Штебеде Гейсен, Ава Отче. О, многие попадают, говорит Господь, ибо то, что дьявол замышляет, Ава Отче. Ромена Гейсен, Ава Отче. Рабиде Гейсен, аминь, оно будет все, кроме Даштамен, под надзором моим, говорит Господь, аминь, Ава Отче. Я хочу, кроме Даштамен, на сегодняшний день явить свою милость многим сердцам и многим душам, дать обновление в силе моей. Ю Фатер Гейсен и пойдут надалее, Алфа вперед, и стану твердо во всем на пути моем. Еще Алфа будет продлена свобода моя, еще будет Алфа Ромена Лауда с действования мои действовать, Ава Отче, я пройдусь по многим местам, я хочу разжечь еще многие души и многих спасти, Ава Отче,
Ремене гелосамень ава отче, лайту фрамен, сатана закрыл свободу мою для народа моего, аминь. До времени сие все говорит Господь, потом опять будет все восстановлено Духом Святым, и будет еще стоять сильная церковь по многим местам в Духе Святом, там будут чудеса и знамения, и будет шествование мое на эту землю, я многих спасу, Крамана Штамен, я многих освобожу, ибо время пришествия моего приближается, так сказал Господь Духом Святым, не оставлю ни одну душу из народа моего без милости своей, аминь. Я хочу кормить вас своей рукой, я хочу восстанавливать разрушенное Крамана Фатер, аминь. О, Ребедештайт, не имейте страха в груди своей, народ, Ирмана Фатер Гейсен, есть моя рука милости и благодати сегодня над вами, Ава Отче, и все будет тебе еще впереди, народ мой, во благо. Ирмана Фатер Гейсен вас никогда не покинет, не оставит Дух Святой, ибо сие с вами во все дни до скончания века, говорит Господь. Припаяшьте свои чресла истиной моей, Романа Фатеры не разбейтесь, говорит Господь, ни в чем не разбивайтесь, ибо какие еще трудности грядут на эту землю, и ветры ложных учений подуют повсюду, говорит Господь, и будет власть сатанинская еще на этой земле, Ава Отче, Ремене Гелосаминь, Ава Отче, но я гряду, говорит Господь, Ремене Лайсен, аминь, Ава Отче, дабы защитить своих избранных, Ава Отче, и говорит вам ныне Дух Святой, я хочу приготовить каждую душу из вас. И будет великое еще посещение мое. Я буду приходить к тем, кто меня Алфа, Ремене, Гелосаминь сегодня не ищут. Я протяну свои руки тем, Крамана Штаймен и Гутин, которые есть сегодня изможденные, Краман Туфлаймен и Гутин, которые есть сегодня ропщущие и падающие, говорит Господь, ибо у меня есть Алфа или исцеление для них, аминь, Ава Отче. Рман Туребиде Гелосаминь, подниму, Крамана Штаймен, многие души я буду поднимать, Крамины Гелосили своей, а многие падут, Крамана Лаудес, из-за Алфа своей несвободы и непослушания Господу, говорит Дух Святой, Ава Отче. И если вы будете следовать велико за Господом, Ава Отче, я помилую, Ирмана Штамен, и спасу, Крамины Гелос тебя, народ мой, ибо я буду одевать тебя в свои одежды праведности, Ава Отче. Я даю сегодня меч в руки твои, Алфа, народ мой, пользуйся мечом моим, пользуйтесь моим оружием и славьте велико Господа своего, аминь. Ибо я есть Алфа, Бог всемогущий, и я сегодня живой Господь, и я не есть мертвый Бог, аминь. Ибо я есть Алфа, Ромен и Геос, воскресший Бог, аминь. И я пострадал, Крамана Лаудес, аминь. И я живу, Алфа, во веки веков, Ромен и Геос, аминь. Я буду вечно, говорит Господь, пребывать, Крамина Лайсен, аминь. Ибо Алфа, Ромен и Геос, аминь, царству моему не будет никогда конца, Крамен Туфлебедештайт, мои небесные обители, Ромен и Геос, аминь, Ава Отче, не есть для тебя мой народ, Ава Отче. Ирмины Гелосаминь, я хочу, чтобы мой народ был приготовлен Духом Святым к взятию с этой земли, Ава Отче. Но еще есть время, Алфа, для тебя, народ мой. Голубица моя, очисти одежды свои, Ава Отче. Ирмана Фатер, ибо Алфа часто в моем народе есть грех превозношения и прелюбодеяние, Крамин Туремене Гелос, ибо хотят ходить путями этого мира, ложными путями хотят ходить, Ава Отче, и надевать на себя Алфа одеяние не мои, говорит Господь. О, Ремена Штаймена Гутин, аминь. О, я есть любящий Отец, говорит Господь. Я хочу миловать и прощать. Я хочу поднять тебя, велико мой народ. А как сегодня тебе нужны запасы мои, говорит тебе Дух Святой. Пойте мне хвалу, аллилуйя. Славьте мое имя, аминь. И питайте
питайтесь от источников моих, Ава Отче, от источника моего питайтесь, говорит Господь, что есть Дух Святой, Краманаштаймен, и какое сегодня есть пренебрежение словом моим по многим местам, Ава Отче. О, я буду строго спрашивать за это, говорит Господь. Ренене Гелосаминь, Ава Отче. О, почему слово мое было в пренебрежении, Алфа Тобой, народ мой. Так много есть неисполненного среди тебя, Ава Отче. Кто за тебя пострадал, говорит Господь? Кто проливал кровь свою невинную? Аминь, Ава Отче. Вознуждались ли вы в Господе с Алфа всем сердцем своим? Аминь, Ава Отче. Смотрите ли вы на меня сегодня с жаждой и любовью? Аминь, Ава Отче. Не ходите разве вы сегодня своими дорогами? Аминь, Ава Отче. Для многих будет Алфа многое построено Духом Святым. Новое, Ава Отче. Новое будет Алфа построено для народа моего. Аминь. Ременту флебедештамен. Аминь. О, Романа, Фатер Гейсен, Ава Отче. Я буду обходить Краманаштамен. Аминь. Много народа своего буду обходить. Ребедештамен. Аминь. Исследовать их сердца, говорит Господь. Я буду взвешивать Краминаштамен. Моя рука есть сегодня милосердная, Ава Отче. Но скажу, народ мой, Кремин Тулайсен, Ава Отче. Я хочу освобождать тебя, мой народ. Аминь, Ава Отче. Дабы ты не блудил своими дорогами, говорит Дух Святой. Дабы ты стал на верную истинную дорогу. Ирмана Штаймен, и я проложил тебе следы, и пути мною тебе уложены. Ава Отче, проложена дорога Алфа Ремини Геус, по которой сам прошел Христос. Аминь, аминь. Романа Штаймена Гутин, аминь. Я люблю тебя, мой народ, Ава Отче. Ирман Турибиди Геус, аминь, Ава Отче. О, не беспечествуйте сегодня, аминь, Ава Отче. Ирмина Штаймена Гутин, аминь. Примите слово мое верой. Эрманту флебедештаймена гутин, аминь. Ава Отче, и за все меня возблагодарите и прославьте. Ава Отче, Ава Отче, я есть Бог. Ребедештаймен, Ава Отче, всемогущий, вездесущий и вечно существующий. И я не ослабел, Краманаштаймен, сегодня. И сила моя Алфа не оскудела сегодня на вас. И мышца моя не сокращена сегодня. Для вас, Краманаштаймен, Гутин, истина, так говорит Господь. Поднимайся, мой народ, Кремен Тулайсен, выходи на великую стражу, Ава Отче, Ремене Геус, имейте силу молитвы, имейте силу любви и силу прощения, Кремен Турибиди Геус, ибо в это время трудное, только так надлежит вам устоять и покориться во всем Духу Святому, аминь. Так сказал тебе народ, Ремена Штаймен, Ава Отче, Господь, истина, слово мое, на этом месте провещевал Кребедештамен истина Дух Святой. Аминь, аминь, аминь. Крамин и Геус, аминь. Есть сила в крови Христа, аминь. Возьмите эту силу у меня. Омывайтесь с ней каждый день, говорит Господь. Ежедневно обновляйтесь и на всяком месте, и во всякое время просите защиты моей, и буду подавать свою помощь. Ирминту Флемене Гейс, мои закорма полные всегда для тебя, народ, чтоб кормить тебя со своей руки. Я буду тревожить тебя во многом, народ мой. Я буду тревожить многие души, говорит Господь. Дабы они проснулись от сна глубокого, говорит Дух Святой. Дабы они сегодня воспряли Рминту Фламен духом своим и стояли предо мной, как тельцы упитанные, говорит Господь. Радость, Кремена Штаймен, принимайте радость мою, Ава Отче, и входите в радость Господина своего. Аминь, аминь, аминь. Ибо я есть Кремена Штаймен, Ава Отче. Эрбида лаудес, аминь, Ава Отче, я есть истина, Бог живой, Ава Отче. Мое слово сегодня не потеряло силу и власть для вас, аминь. Все, что будет тебе открыто Духом Святым, народ мой, будет все оправдано Богом живым. Истина Алфа Ремене Геус, говорил Господь. Аминь, аминь. Ремене Геус, не бойся. Аминь, Ава Отче. Дух Иисуса, говорит тебе, народ мой, Ава Отче. Следуйте только за мной, Ава Отче, ищите славы только моей. Не вводите в заблуждение, не пойдите за ветрами ложными, за учениями Алфа Ремене Геус ложными. Аминь. Слушайте всегда, Краманаштаймен, и испытывайте, Ава Отче. От какого
вот и духа слышишь, это народ мой, аминь, Ава Отче. Дух Святой, Крамана Лаудес, он учит и наставляет себя народ мой, Ава Отче. В помазании своем, Ава Отче. В учительстве своем, Ава Отче. Эрмини Геос, аминь, Ава Отче. И только в послушании все слову своему, аминь. Аминь, аминь, аминь.